Здравствуйте, меня зовут Юля. Сегодня приветствую вас из примерочной барахолки «Чемодан». Набрала целую корзину вещей. Здесь все вещи стоимостью 100 рублей. Буду примерять. И начинать буду с черного джемпера. Джемпер выполнен из 100% шерсти. Очень тонкая фактура ткани. BVM, неизвестный мне бренд, обозначен 42 размер. Вот таким образом он выглядит на мне. Здесь цельно вязанный рукав, немножечко фасон летучая мышь, такие резинки на рукавах. Получается, что это рукав 3/4, и я решила этот джемпер забрать. Далее смотрим рубашку. Это мужская рубашка. Бренд называется Карнале. Мужской 40 размер. Я не знаю, как он с нашими размерами соотносится. Но рубашка выполнена из 100% хлопка. Мне понравилась ее фактура. И я решила ее примерить. Таким вот образом она выглядит уже на мне. Конечно, она на мне сидит как оверсайз. Рукава, конечно же, тоже длины, но можно подвернуть манжеты, карманчик на груди. И, в принципе, можно ее завязать на талии, если хочется, либо носить в качестве второго слоя даже. Но здесь нужно быть внимательной и подбирать белье, так как рубашка очень-очень тонкая. Здесь я показываю топ от H&M. 38 размер европейский, соответственно, 44 российский. Атласными лентами обработаны края рукава, и под грудью также вот эта лента, фасон Baby Doll. Но 44-й H&M мне откровенно мал. Видно, что в груди не хватает объема. Поэтому к покупке рассматривать этот топ я не стала. Далее смотрим платье от InCity. Оно в 44-м размере. Мне кажется, что оно новое, его никто не носил. Конечно, оно очень-очень сильно мятое. Тем не менее, здесь неплохой состав, хлопок и нейлон. Что касается фасона, конечно, это абсолютно не мой вариант. На меня это платье не село. Ну и 44 размер от InCity тоже на мне откровенно мал. И вот этот вот карман кенгуру тоже добавляет лишний объем, поэтому покупать не стала. Здесь показываю жакет. Неизвестной мне фирмы. Не знаю, зачем я вообще его взяла. Видно, что он слишком большой на меня, но тоже неплохой состав с содержанием хлопка. Мне немножечко напомнил этот жакет стиль Шанель и по фасону, и по фактуре ткани. Но видно, что здесь слишком объемные плечи, и в талии он слишком объемный. Может быть, он должен лучше сидеть на более высокий рост, но на мне он не понравился. Далее показываю костюм-двойку, жакет с юбкой, Олар, неизвестная мне фирма. Здесь показываю декоративные карманчики, они не функциональные. Рукава вот с такими интересными защипами, укороченные. По составу здесь у нас вискоза и полиэстер, 46 размер. Подкладка не заношенная, в неплохом состоянии костюм, но если жакет на меня сел довольно-таки неплохо, то юбка мне откровенно тесновата. Прям видно, как она натянута в бедрах. На талии хорошо, а в бедрах, конечно, очень-очень она тесная. Ну, в общем-то, и ходить мне в таком костюме особо некуда. Немножечко такой, наверное, уже старомодный силуэт. Здесь я показываю
комбинацию от Флоранж. Здесь срезаны все бирки и с размером, и с составом, но здесь брендированные лямки, видно, что это Флоранж. Я через секунду покажу уже на манекене эту комбинацию, там можно будет рассмотреть подробнее. Покажу на манекене комбинацию от Флоранж, которую, конечно же, забрала. У меня манекен 42 размера, но за счет того, что здесь по периметру идет резинка, на мой 46 тоже садится отлично, при том, что здесь довольно-таки большой объем, большое пространство для бюста. Вот эти стразики на бантике, стразики на регулирующихся бретельках, красивое кружево бюстье из кружева, дублированное атласным бирюзовым материалом. И основная часть выполнена из такой эластичной сетки. Далее смотрим юбку от H&M. Юбка выполнена из стенселя. Это 40 размер европейский, соответственно, 46 российский. Даже сохранились бирки. Мне понравился фасон этой юбки, я решила примерить. Здесь пристроченный такой пояс, молния сзади. Дополнительно есть пуговичка для фиксации молнии. Вот таким образом выглядит на мне, чуть выше колена. Силуэт такой колокольчик, благодаря тому, что есть защипы на передней части. Здесь я показываю, что в талии есть еще лишний объем. В принципе, можно было бы оставить эту юбку на лето, но, скорее всего, себе оставлять не буду. Джемпер черного цвета. Здесь бирка с составом срезана, но видно, что он уже такой поживший. Не знаю, зачем я его схватила. Body Flirt бренд называется. Ни о чем мне это не говорит. Видно, что растянутая резинка на нижней части. Если на рукавах, в принципе, эту резиночку можно подвернуть, и не так видно, что она растянута, то, конечно, в нижней части это смотрится уже очень-очень плохо. Ну и последний предмет одежды, который сегодня покажу, это будет пальто. Оно укороченное, доходит до колен примерно, черного цвета. К сожалению, никаких опознавательных знаков на нем уже не было. Срезаны все бирки и с составом, и с брендом. Но мне понравилось оно по качеству, по силуэту. Ткань очень похожа на ту, что есть у моего пальто. Там состав смесовый, с содержанием шерсти, вискозы и эластана. Мне кажется, это что-то подобное. Понравились вот эти декоративные прострочки, которые придают стройность силуэту. Застегивается оно на пуговицы. Здесь полная длина рукава. Лацканы такие классические. И задняя часть выглядит вот таким вот образом. На рукавчиках пуговицы. Пуговицы функциональные, расстегиваются. Манекен у меня 42 размера. На него сидит отлично. На мне, конечно, оно тесновато, маловато. Из-за этого немножечко топорщится оно в бедрах, тесно в груди, поэтому я не для себя его забрала. Подарю одной из девушек в семье. Тем более, что стоило оно всего лишь 300 рублей. Покупкой я очень довольна. Не все себе оставляю. Некоторые находки будут у меня в Телеграм, внизу в описании под видео. И в комментарии тоже закреплю ссылку на Телеграм-канал. Жду вас там. И, как всегда, предлагаю делиться впечатлениями в комментариях под видео. Всего доброго, до свидания.